Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, откроем сундук. Тяжеловоз, ускоритель флег. Бесплатный мой сундук. Так, зимний шин, ускоритель флег. Друзья мои, у меня пол ляма всего лишь денег-то. Пол ляма. Так, может быть, здесь что вытянем? Так, зимние шины, амортизаторы прыжков и ускоритель приземления. Эть, я на 22 месте. Ребят, ну это и понятно, зато наша команда победила. И новые лица: Ислам Ханиев, Варкрафт и Илья Карибов. Ну что же, я поздравляю их с топчиком. Поздравляю, ребята. Так, зимние шины, ускоритель фляг, усиленная турбо, плюс крылья, ускоритель дым. 10 тысяч монет я зарабатываю и форсаж. Так, еще 20 тысяч, окей. Плюс тут забираю 25 самоцветов. Специальное предложение снова в школу. А, ну я понял, ребят, это у нас, вау. Маслкар, автомобильная краска, да, красочка прикольная. Так. Привет всем. Ну ё-моё, ну самолеты полетели. Дрён-матрён, ничего не слышно. Надеюсь, ребят, вас это не отвлекает. Ну что, друзья, так, подожди, у меня есть самоцветы, давай я... О, новая краска, нифига себе, ребят. На лихача. Отлично. Так, спойлер, ускоритель дым. В общем, все понятно. Ну что, друзья мои, гонки. Конечно, гонки, давай выберем рандомно нашего гонщика. Что-то такого хочется. Что-то такого, знаешь, вот что еще не было. Ну, это очень тяжело, ребят, так угадать. Давай вот это, знаешь, на кого напоминает мне? Какой-то, как вот готик, ну, не готик какая-то, готка. Эйма, как их там звать? Ты понял, я думаю, да? Так, автомобиль у нас все пучком. Начну, наверное, с раллийного авто, друзья мои, как всегда. Сам себе не изменяя. Погнали. Погнали, блин. Еле нажал на кнопку. Погнали. Ой-ой-ой. Оух. Ладно, фиг с ним. Хотя, по-моему, надо было, ребят, туда. Иди ты, козе, в трещину. Маслкар, я тебя сделал. Я тебя сделал, сосунище. Ребят, что я радуюсь, что это только первая гонка была. Обрадовался, как будто я уже выиграл лигу, блин. Слушай, тут... Воу-воу-воу-воу. А тот паренек-то, друзья мои, лихачит. Смотри, 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 смотри. Я именно про вертуху. Я именно про нее и говорю. Да давай ты, ё-моё, эти самолеты, чё за разлет... А, нет! Нет, 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 нет. Фух! Шикардос, друзья мои, получилось просто великолепно. Ты видел, там тоже кого-то выкинуло. Он за мной уже поехал. А вниз, который попал, он просто разбил, ребята, крышу об тех самых несчастных крокодилов, которые там стояли и подлавливали. Давай, 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 давай. Подгазовка, подгазовка, я тебе говорю. Что ты, что ты, что ты, что ты, что ты? На фане, блин. Есть. Первая позиция. Блин, дай, ребята, я закрою окно. Надоело вот это вот. Мешается это, самолеты летают. Фух, очень прикольно. В общем, мы здесь с тобой прикольно прокатились. Дай-ка я открою сундук. Ничего там нам не выпало. И у нас, ребят, кубок пустыни. Я разучился ловить, ребята, этот, как тебе сказать, буст. Цыпленок жареный, цыпленок пареный, иди сюда ко мне в карман. Козырно. Видел, как надо крутиться и еще при этом потом встать на колеса за кадром где-то там. Погнали далее. Погнали наши вороны. Кто-то выпендривается, не могу понять. Это монстр, ребята, это монстр, там все выделывается. Так, проедь. Че проедь? Да уйди ты, козе, в трещину. Хмырь болотный, блин. Да, ребята, просто бы эти кактусы там задержался. А так этого ущербного, пш,
как два пальца об асфальт сделать можно было, понимаешь? Вот здесь вот главное слишком сильно не выпендриваться, ребят. Так, пока спокойненько все идет. Все идет чин-чинарем. Ну вот и все, если я говорю, как два пальца об асфальт. Да что вы тут надоели. Так, задание завершено. Ну это понятно, что завершили мы задание. Это 1700 метров. Ага. Так, нам нужно маневр на раллийном авто сделать. И плюс получить на спортивном автомобиле. Оу, друзья мои, кубок полуночи. Как раз он, кстати, подходит под эту дамочку, которая у нас за рулем. Под эту эмочку. Тьфу ты, я нажимаю. Я думал, там прыжок, друзья, блин. Я говорю, тут подкол на подколе, понимаешь, что дело? Эта трасса просто не она... Предсказуемая. Не поймешь, вроде все куда-то едешь, едешь. Отлично. Я бы даже сказал, шикарно. Эмо. Оп, заехал. Шикарненько. Так, тихо, тут какая-то подстава, ребята, для меня. И куда? Ой-ой-ой. Прям в мусор в какой-то. Да, без крыши, я тебе скажу. Тут очень, ребята, опасно ехать в этом городе. Потому что у меня даже крышу сорвало на этой, на ролике. Она у нас довольно неплохо прокачанная. Зря, да? Конечно, зря. Я же в тот раз, ребята, вот в тот раз помнил же этот прикол. Воу. Бестолочь. А так ему и надо, ребят. Так ему и надо. Он там разбился в хлам. А у меня... Тихо. Тихо. Блин, а как он, ребят? А как вот этот говносрачник въехал еще так идеальненько? Ладно, все равно я первый. Нет, ребята, я не первый. Первый вообще-то у него 7, а у меня 8. Первый. Ты глянь-ка, что нам тут. Так. Ага, на открытие. Так, мы завершили задание еще одно. Цыпленок пареный. Так, испытание на скоростных спусках. Ага. Насколько я помню, ребят, скоростные спуски — это мое. И я тут на них джигу-дрыгу делал, будь здоров. Жига-дрыга, жига-дрыга. Жига-дрыга, ты моя. Я ж тебе говорил. Я ж тебе говорил, а ты не верил. А кто не верил, тот дурак. Жига-дрыга, жига-дрыга. Так, давай, не надо запрыгивать туда. Опа. Чин-чинарем. Все как, ребята, в аптеке. Прям как доктор прописал, вот так вот мы с тобой и прокатились. Так, подвесные веревочные эти бесявые бесят. Опа! Ха-ха! То-то и оно, сосунки. Так, друзья мои, у нас испытания на скоростных спусках. А давай-ка я возьму, наверное, вот этот вот наш спорткар. На нем там нам нужно что-то сделать. Я уже не помню, как задание там звучит. Ну, какие-то маневры. Какие-то нам надо сделать здесь маневры. Тихо. Не дуркуй. Ау! Блин, я думал, сейчас перевернемся. Нет, смотри. Все прям великолепно. Бэйби, бэйби цунай. Поехали. Блин. Ах ты, мокрощелка-то.
куда, куда? Ну понятно, ребят. Хотя подожди, он едет на этом. Ну, ему хватит, ему хватит. Да, он горючку взял, там подобрал. Тут он обосрался. Ребятушки, он обделался. Он обделался по-жидкому, а я его в этот момент нагнул. Понимаешь? Я его нагнул и сделал. Вот это плохо. Так, ну что, засранец сзади едет, ребята. Нервирует меня, как говорится. Очень сильно. Опа, я просто великолепно. Вот это вот. Как-то прям идеально у меня получилось. Смачно. Смачковски. Так, тяжело ускоритель фляг. Все дела. Открываем. Амортизатор, ускоритель дым. Здесь. Тяжеловоз, амортизаторы прыжков. Друзья мои, день гонок. Подожди, что же все-таки там за задание-то у нас, а? 250 в воздухе. А 250 в воздухе я, наверное, ребят, все-таки поменяю. Повороты в воздухе. Сделать 5 поворотов в воздухе на автобусе. Они брякнулись, что ли? Так, друзья мои, я с вашего позволения маслкар чуть-чуть подкачаю. Самую малеху, так сказать. Ну что, тут остается сцепление нам прокачать. 230 тысяч. Ну и дальше. Дальше пойдет, пойдет дело, ребят. Ну что, поехали. День гонок, это в городе. Не особо, честно говоря, помню эту трассу. Не особо помню эту трассу. Да кому какая разница? Что это за трасса, главное? Держать руль бодрее, да? Остальное, ребята, все приложится. Путь-Испания. Путь-Испания. Нифига название такое. Чувак, Путь-Испания. Идеальный старт. Смотри, смотри, смотри. Хлыщ, ребята, хочет. Хочет меня обогнать. Хлыщезадый. Трухлезадовый, ё-моё, а не хлыщезадовый. Так, блин, немножко. Летим, летим, летим. Опа, нормально. И топчик. Так, у нас третья, последняя, заключительная гонка на этой трассе. И мы с тобой даем идеального старта. Даем идеального, ребята, дрозда. Ага. Немножко, конечно, меня удивляет эта параша синяя. Путь-Испания, которая, или как там ее звать-то? Не надо! Ай, хлыщ, я все равно первый. Он на финише там, ребята. Я почему-то подсуетился. И у него ускорение побыстрее, чем мое. Мое что-то еле-еле там поехало, блин. А у него, видишь, бодряк. Маслкар. Блин, ну опять та же самая петруля. Кинг Крашер. Оу. Да блин, ну. И в воду упал. Из-за этого всего, ребята, в воду упал и скорость потерял. Ну еще не легче. Сейчас бы еще перевернулся бы к чертовой бабушке бы. Да ну я не верю, чтобы маслкар был круче, ребят, по прыжкам. Я не верю в это. Так, ладно, вторая гонка за нами. Но нам, нам нужно еще третью победить. Вроде с идеальным стартом. Все, у нас
получается все четко, но почему-то потом. Ага, слушай, все. The best from West, наши ребята, первое место. Теперь у нас пляжный кубок. Давай пляжный кубок попробуем, ребят, все-таки проехать на баге. Не, не на баге, а вот на вертухае. Это было зря. Может быть, не зря. Не, нормально. Тут нам повезло. Пули. Пули свистели над головой. Враги сзади прижимали к бордюру. Но мы с тобой не обделались. Давай, лети, 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 лети как можно дальше. Вау. Запах свободы, ребята. Ну что ж, давай дальше. Нам еще надо одну гоночку выиграть. Для полного фэншуя, если ты не понял. Для полного... Ну... Шига-дрыга. Оп. Блин, я забыл, что у меня капучино тут стоит рядом. Ха. Идеальный нежно-молочный вкус, ребят. Ай, какая вкуснотища. Так, ну что, у нас восхитительные диверсии. Само собой, берем раллийное авто. Потому что это диверсии, да? Ох ты. Да ладно, ты серьезно? Ребят, для меня это нонсенс. Не надо заезжать, ну нахрена ты заехал, блин. Я немножко удивлен. Знаешь, чему я удивлен? Как этот рванул. Супер дизель. И вообще-то тут, если честно, на супер дизеле здесь вообще тяжело ездить. Как он тут? Не знаю, друзья, как он тут вообще мог проехать. Даже несмотря на то, что у него там прыжки и все тому подобное, ну, не знаю. Ладно. Первая гонка все равно была за ним, да? Вот вторая, к счастью, моя. И последний заключительный забег. Видишь, как он набирает, ребята, скорость. А у него еще и крылышки, да? Так я вниз. Muscle car, goodbye, my friend. Так, здесь я тихонько. Опа, козырно. Ха. Несмотря, ребят, на долгое отсутствие меня в игре, я навык не растерял. Я хорош. Я, ребятушки, хорош. Ну что, у нас горный кубок. Да-да-да-да-да, на своей раллийной автошечке я продолжаю путь. Это как вот, мне нравится песня. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко. Ну ты понял, да, откуда это? Это, как этот фильм-то назывался? Алиса Селезнева, там металлофон. Я уже не помню, как он назывался. Это же оттуда, эта песня. Это песня от этого, из этого фильма. Ну, ее воткнули и в Atomic Heart. Причем, кстати, очень даже в тему воткнули, если честно. Мне понравилось. Ладно, ребята, хорош отвлекаться, нам надо... Сейчас не лабуду всякую гнать, а ехать. Ехать, причем собраться, как говорится. Сгруппироваться, собраться, чтобы... Враги почувствовали. Хотя, что они будут чувствовать? У них гонки уже откатаны, ребят. Это их не... Как ты назвал? Не прототипы. Ну, в общем, ты понял.
Это их не дубликаты. И прямо на финиш. Есть. Вкусно. Вкусно и еще раз вкусно. Ребята, у нас пещеры в пустыне. Идеальный старт. Идеальный старт. У меня крыши уже как будто и не бывало. Что не дает мне, ребята, никакого преимущества, если честно. Хотя нет, еще крыша в... Опа! А вот это что за хлыщ? Хотел сказать оборванцы, потом обосранцы. И получился... Непонятно что. Получилось, что не засыхи. Не надо мне туда. Мне туда не надо, мне надо вон туда. Идеально. Идеально, да, ребята? Пускай движок кипит, дымит, но зато мы первые. А на остальные нам просто плевать. С большой, друзья мои, колокольни. Ну, тут уж не поделаешь, тут уж, тут уж придется заехать. Как же этот говносрачник меня достал, а? ЛДЖ. Гуляй, Вася. Тягается он еще со мной, с самим Рэем, ё-моё. Так, ну что, друзья мои, у нас весенний город. День чудесный. О-о-о! Знакомая, знакомая тачка, ребята. На ускорялках. Пуфики там на все. Ну я немножко прихренел. То что здесь этот... Ты посмотри, что ты посмотри, что он вытворяет, ребят. Я немножко офигею. Просто едет. Я почему-то когда ехал на этой машине, она вообще ведет себя бестолково. То есть ее ребят подбрасывает на всем, что попадется, понимаешь? А этот едет, и пофиг ему на все. Так, ладно, посмотрим, что у нас тут получится. Я думаю, что у нас тут получится все. Если не разобьемся, конечно. Есть. Ребят, ага, не последняя, только третья гонка. Тут их четыре. Вот, я понял. Понял, ребята, где я. Фига, ты видел? Ты видел, куда чувак улетел? Но он полетел ввысь, ребята, это его не красит, если честно. Он просто улетел в поднебесную, блин. Я, как всегда, первый. Ай, какой же я красавчик. Я обожаю, когда у меня все получается, ребят. Я просто тащусь от этого, понимаешь? Я такое удовольствие получаю, когда у меня все получается хорошо. Но вот это вот дерьмо, если честно, я удивлен, что вот этот монстр еще что-то там... Просто посмотри. А этот должен размазаться, он уже размазался, ребята, и я первый. А тот на скоростях заехал в туннель. Его просто, друзья мои, расплющило. Естественно, по потолку. Эй. Щеглазадый, потому что, вот и все, ребята. Просто щеглазадый. Ну, а я... Я, ребята, неизменно еду на своей раллийной машинки. Ну, тут байкер. Байкер, причем, ребята, имеет ускоряху. Я вторым, к сожалению. Пока. Но это не показатель.
Ага. Давай, 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 рычаг, давай, вытягивай. Молодца. Ну, здесь все как надо. Так, давай вот на третьей гонке. Эй, все. Все, ребята. Передержал я кнопку. Похоже. И мне ничего не светит здесь. О, бэйби, вот тебе и все, ребята. И я просто как ушлепок упал в яму. Я упал в яму, соответственно, скорость я потерял. Соответственно, пока я там выберусь, меня там все обогнали. И в совокупности я получил второе место. Смотри, 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 как байкер едет. Сплендрин этот. Слишком долго держал кнопку, блин, а? Слишком долго, ребят, держал кнопку. Все, еще и последний приеду, да? Ну да, последний приеду, ребят. Нет, третий. Под конец у меня немножко буста выжило, и я как бы его немножко обогнал. А вот здесь есть шанс у нас, ребята, первым приехать. Почему? Потому что здесь, ну, байкеру тут явно ничего не светит. Только лишь на прямой. Ю-ю-ю-ю, есть. Угу. Так, последняя гонка. Так, опять байкеру здесь, ребята, будет туго. Ну, приходится ему, ребят, сбрасывать скорость. Так, подожди, куда ты, Рэй, блин? Ай-яй-яй-яй-яй. Да. Но все равно я первый. У нас 6-6. Присваивается все равно мне. Как бы. Плюс в пользу играющего идет. Ну, что тут? Блин, крокодилы. Эть. Ну, меня не выкинул. Ой-ей, профурку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Профурку, ребят, забыл. Блин. Ну, есть. Эй. Эй, Квазимодыч. Как я, ребята, а? А меня сколько раз так подрезали? Пускай знает, что такое профукать перед финишем, ё-моё. Рэй, ты туп... Что ты творишь? Что за дичь ты? Да, так тупо сфейлить гонку. Это, ребята, надо постараться. На какой-то дебильный ящик приземлился, встал назад, ну, и все, короче. И это меня подвело. Какая хоть? Так, 7. Кто-нибудь есть ключ у меня, нет? Нету. Все, друзья, все. Эх, получил я свои 10 тысяч. А, какие 10 тысяч? 3 тысячи кубков, ребят. 3 тысячи кубков. Че, поехали? А я танцую, буги-буги. Буги-буги, буги-буги. Ага, автобус несчастный там был когда-то. У-ля-ля, что ж ты сделал, Рэй, блин. Тяжко. Даже ключа не... Даже ключа, ребят, не заработал. Ну что, ребятушки,
На сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!